Система энергоинформационного развития человека и управления реальностью. Вспомнить, что этому событию предшествовало. Для этой работы мы с вами заводим дневник, где начинаем фиксировать. Допустим, происходит какое-то отрицательное событие в нашей жизни. Один. Два. Цвета ощущения у детей и подростков. Определи, какой это цвет. Светлый, белый, желтый. Громче повтори. Белый. Хорошо. Опусти кубик. Попробуй сосчитать. Кубику подводи. Попробуй определить, какой у тебя цвет идет.